Привет, пронзающее время скорпионы! Вы на канале Муайтай Сикея, я Федорович. Покажу вам лучших из лучших, страшнейших из умнейших, в общем, непобедимых бойцов-основателей стиля потусторонней силы «Система». И, кстати, не забывайте, что все они тренировали спецназ, спецподразделения и элитных телохранителей. И это не шутка, это их резюме. Первый и главный – это Рябко. Его сила настолько нереальна, что даже на отработках и демонстрации техники ни один ученик не может до него дотронуться. Энергощит, который он научился делать вокруг себя, не дает возможность даже прикоснуться к его святому лику. Но вы даже не надейтесь достигнуть такого мастерства и неприкасаемости. Ведь для этого вам придется долгие годы, изо дня в день, очень упорно и старательно есть пельмени, чтобы наработать главный козырь мастера и его последователей, разрушающую вселенные талию поглощающего бегемота. Ведь именно она позволяет ему уничтожать всех вокруг, даже не касаясь. Это даже не бесконтакт, это другая реальность. Дальше мы посмотрим на ученика и одного из главных продвигателей системы Васильева. Конечно, посмотрев на него, вы сразу поняли, что он еще юный падаван. У него пока нет главного козыря – брони на пузе. Но несмотря на это, он уже освоил бесконтактное уничтожение. А работа с ножом – это вообще божественная вещь, на которую можно смотреть вечно. Мало того, что бестолковый ученик, который должен был отлетать от одного взгляда, его пару раз режет, так Васильев еще и падает на пол, а потом для верности сам набрасывается грудью на нож. Мне, конечно, не дано понять всей сущности великих приемов бессмертных мастеров, но как-то это опасно, даже с бронебойным мамоном. Мне вот только непонятно, почему мастера думают, что от одного их касания человек будет падать. Васильев просто кладет руку на бедро напарника, а тот уже падает. Нет, я понимаю, что у них связь вселенской чи, которая даже и не снилась мастерам кунг-фу. Но все-таки, может, падать будут хотя бы через раз? Не всегда же будут попадаться алкоголики, которые улетают от ветра и прикосновения. А это Каримов, изобретатель системы «Сибирский казак». Нормальный творческий мужик. Про защиту от ножа я просто промолчу. Показывать, как ты отводишь руку с атакующим ножом, а потом ее с легкостью хватаешь за кулак, или сразу делаешь захват под локоть, когда на тебя летит рука с ножом, пронзающая плоть, полный трэш. А вот это уже очень полезные приемы. Все мы каждый день бухаем за столами на кухне во дворах, а наш собутыльник, которого мы пригрели, начинает проявлять неуважение и на 13-й вопрос
«Ты меня уважаешь?» просто молчит. Вот за это мы его такими приемами и будем наказывать. Сейчас вы увидите супер приемы, которые с легкостью можно применять против гопников. В общем, теперь нам не страшны никакие гопстопы с ножом. И даже когда их будет двое, да хоть и трое. Просто запоминайте, что нужно делать. А в чем мастерство этого видео, я не совсем понял. Может, вы мне объясните в комментах. Мы лупили пустые бутылки палками, когда нам было по 6 лет, но думали, что просто валяем дурака. А оказывается, мы изучали систему. А это знаменитый Старов, основатель системы спецназ. К нему можно относиться по-разному, то есть по-разному ржать с того, что он показывает, особенно бесконтактные приемы против пистолета. Мне бы хотелось, чтобы кто-то хоть раз взял хотя бы воздушку и реально стрелял, когда он делает приемы. Чтобы реально было понимание, сможешь ты сделать то, что хочешь или нет. Думаю, после этого весь в синяках, Старов больше бы не показывал таких сказочных приемов. Конечно, я многое не понимаю в этом бренном мире суеты. Может, вы мне объясните в комментах, в чем сила этих техник? Есть, еще раз! Жестко работаем! Опа! Еще раз. Отсюда. И опять же. Техники боя из бокса. Из карате, из кикбоксинга, из тайского бокса. Адаптированные для уличной самообороны. Также проход, также работа. Следующее. Голые руки. Идет укол. Работа. Смотрим сюда. Сразу же забираю на вращение. К этому скольжению я добавляю вращение. Мушка, если я... Смотрим, вытянул, загрузил. Всем видно, что происходит. Следующий момент. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай тоже прозреют. Смотрите бомбовые видео в описании и подписывайтесь на мой второй канал. А если вы хотите научиться драться или усилить свои тренировки, чтобы противостоять таким мастерам,
Забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках.